Что бы ни происходило, и как бы трудно ни было, оставайся сильным. Что бы ты ни чувствовал, и как бы мрачно все ни выглядело, оставайся сильным. Все это не про победы и поражения. Все это ради достижения своего предела. Двигаться так далеко, насколько хватит сил, а затем двигаться еще дальше. Я не собираю медали и титулы. Я собираю часы. Часы усердной работы. Часы боли. В этом весь я. Таков мой жизненный путь. Когда ты отличаешься от других, они начинают сопротивляться. Говорить, что у тебя не получится. Ты для этого не подходишь, и у тебя не хватит сил и терпения. Если есть цель, оберегай ее. Люди, которые не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся, и точка. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь глубину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед? Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают! Я тренируюсь ради сокрушительного триумфа. Триумфа над собой. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: «Я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то». Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Страха в реальности нет.